Уважаемые коллеги, мы рады вас приветствовать на сегодняшней встрече с главой администрации Уладского муниципального района Александром Матвеевичем Тулуповым. Это наша первая встреча в таком формате. Надеюсь, что наш разговор, общение пройдет очень живо, интересно и будет полезно как журналистам, так и власти. Думаю, что в этом заинтересованы все, поскольку мы все работаем, служим людям, так сказать, работаем благодаря их интересам, их чаяниям, их вопросам, которые они задают. Хочу также сообщить, что в ходе объявленного прямого разговора с главой администрации поступило от жителей района более 30 вопросов. Они достаточно разные, характер их тоже разный. От ремонта дорог до предложения о том, как развивать туризм в районе. Поэтому думаю, что интересные и животрепещущие вопросы будут и у вас, журналистов. А прежде разрешите предоставить слово главе администрации Уладского муниципального района Александру Матвеевичу Тулупову. Надеюсь, он расскажет о последних встречах и событиях, которые произошли в районе, поделится с нами мыслями о том, каким он видит развитие территории вообще. Пожалуйста, Александр Матвеевич. Добрый день, уважаемые земляки. Что касается августа, он был таким же насыщенным, как и июль и другие предыдущие месяцы. В августе, в начале августа состоялась встреча с губернатором Тюменской области, о которой я говорил и информацию размещали на нашем интернет-сайте. Она была очень важной. И я докладывал Владимиру Владимировичу о том, что произошло 20 числа на 447 километре дороги Тюмень-Ханты-Мансийск. Говорил о своих впечатлениях, о выводах. Владимир Владимирович в течение всей этой эпопеи, этого чрезвычайного происшествия, контролировал состояние дел. Значит, здесь работал штаб, который был составлен из руководителей, специалистов областной администрации. Потому, как мне кажется, вот это чрезвычайное происшествие было ликвидировано достаточно быстрыми темпами. Далее у нас была встреча с руководством Суэнко, и мы обсуждали этапы развития района в части, касающейся энергетики, в части, касающейся подключения, в том числе и жителей населенного пункта, населенных пунктов Уладского района. Было дано обещание максимально возможно подключить к новой линии жителей Кирсарая. У меня было несколько встреч на эту тему, ко мне приходили на личный прием жители и жаловались вот на эту такую не очень хорошую, не добрую ситуацию. Конечно же, не могу упомянуть о форуме «Шаг навстречу», который состоялся у нас, и мы его готовили вместе с Роснефтью. Было важно на этом форуме, чтобы услышали наших предпринимателей, потому что, ну, понятно, огромное предприятие, и далеко не всегда и не всех субподрядчиков они знают, и мы говорили, чтобы было понимание того, как иногда тяжело небольшим подрядчикам небольших объемов работать, особенно когда они являются субподрядчиками или там подрядчиками третьей руки. Значит, были и истории с обманом, с невыплатами денег. Значит, это все для небольших предприятий, это чревато. Как мне показалось, разговор состоялся очень такой глубокий и продуктивный, и он будет продолжаться. Есть обещание руководства Роснефти, что следующее, после третьего квартала мероприятие уже вместе с подрядчиками, субподрядчиками пройдет тоже на территории Уладского района. Как мне кажется, будет толк. Вот вчера и сегодня были невероятно приятные дни. Я вчера участвовал вот в вручении ключей тем семьям, которые переселились из ветхого жилья в Демьянке.
и делайте счастливые лица и достаточно неплохой по качеству дом, в который они переселяются. Ну вот, напросился на чай через полгода, значит, вот жители расскажут о том, как им там живется. Значит, немного недоделок было. Ну и сегодня. Сегодня мы открыли новую школу в Солянке, которая очень красивая школа. Она вот, едешь и вот это здание с красной крышей, кирпичными, красно-желтыми стенами. Мне кажется, что оно веется издалека. Поэтому вот мы с Валентином Тимофеевичем разговаривали, звучало во время открытия, что процесс преподавания непрерывно идет в Солянке уже более 100 лет, а коли храм начался строиться в 1804 году, то, наверное, почти 200 лет идет преподавание в этом населенном пункте. И будет интересно узнать, действительно, когда появилась первая церковно-приходская школа, потому что обычно они организовывались при храме. Вот такой был достаточно интересный август. Конечно же, в первую голову интересует экономика, инвестиции в район, потому что, ну, то, что есть сейчас, это не так много, хотелось бы большего. Понимая, что именно сейчас, именно в это время, каких-то крупных инвестиций, их можно ждать, можно не ждать, значит, но если ты их ожидаешь, то тогда, ну, тогда ничего не будет происходить. Поэтому мое впечатление, что нам нужно заниматься инвестициями в район, в том числе и некрупного характера, мелкими. В первую голову, у нас вот такая встреча, которая была с Роснефтью, шаг на встречу. В конце сентября мы договорились с департаментом лесного комплекса, что у нас примерно такого же встреча, примерно такого же формата встреча состоится и вот с деревообработчиками, работниками лесного комплекса. Значит, и вот будет общение предпринимателей, чиновников, специалистов. Значит, и мы будем пробовать вырабатывать новые решения вот в этом направлении. Понятно, что крупный инвестор есть. Значит, он у нас в июле месяце приезжал. Представители его приезжали, значит, они даже осуществляли облет территории, и вот когда я их расспрашивал, они сказали, что самое главное, у нас подтвердилась расчетная лесосека, то есть они боялись, что она завышена, ну, как бы завышена, не завышена, то есть цифры подтвердились. Значит, они рассматривают два варианта, и вариант, который Вацкий, он предпочтительнее. Почему? Потому что, ну, есть и развита транспортная инфраструктура, как железнодорожная, так и автомобильная, и им понадобился и перевалочный пункт на Киртыш. Мы его тоже нашли, там вот, где недалеко от ручья Глухого, где раньше вот, свои материалы сгружали геологи. Да. Значит, место им понравилось, и потому там есть и объездная дорога. То есть это все никак не повлияет и на жителей Уварта, и в Сарае. Вот сейчас нужно просто держать скрещенными пальцами. Объем очень высок, это несколько, объем инвестиций, это несколько десятков миллиардов рублей. Значит, и это достаточно, это в любой стране, в любом регионе высокие вложения, большие вложения. Поэтому будем ждать. Очень надеюсь, что все-таки они к нам придут. Но, еще раз говорю, останавливаться на этом нельзя. Нужно инициировать подвижность наших предпринимателей, чтобы они могли дифференцировать бизнес. Вот, несколько раз выступал на эту тему и говорил о том, что если есть розница, значит, это же, ну, вот, как бы неудача на всю жизнь, если есть розничная торговля или есть придорожная торговля. Значит, конкуренция в этом виде бизнеса достаточно высока, и мы видим, что могут приходить сети, значит, и изменения происходят в структуре торговли достаточно серьезные. Поэтому дифференциация бизнеса – это самый надежный, естественный выход. И я вижу, что, ну, не глупые предприниматели, наши лидеры, они этим и занимаются.
одним из основных видов занятий, наверное, я считаю, сельское хозяйство. Значит, и с приходом Белова Николая Александровича, я думаю, что у нас положение дел поменяется. Буквально вчера и сегодня мы разговаривали с Юрием Михайловичем Коневым, нашим депутатом, и нашли у него понимание и поддержку. В части чего? Конечно же, это не высокодоходные направления бизнеса, но это точно социальные, в котором могут трудиться жители наших населенных пунктов, где высока безработица. Значит, и определили, что у нас будет молочное животноводство. Я сейчас не буду говорить подробно по населенным пунктам, потому что это требуется еще более глубокой проработки. Это животноводство, это растениеводство и рыбоводство, и рыбопереработка. То есть вот эти направления, на которых мы в ближайшее время сосредоточимся и будем помогать организовывать это нашим предпринимателям. Таким вот образом. После того, когда в конце сентября у нас будет то совещание, которое будет касаться леса, деревообработки и лесного комплекса, мне кажется, что нам нужно в октябре или в ноябре месяце сделать или здесь совещание, или сделать совещание выездным, и оно будет посвящено розничной торговле. Мы все понимаем, что с приходом сюда цепочек кто-то из предпринимателей пострадал, потому мое впечатление, что нам нужно изучать опыт тех районов, куда они пришли раньше и как там предприниматели поступили. То ли они уже ушли в другой вид бизнеса, то ли они стали работать, что называется, в придуманном варианте розничной торговли. Это нужно просто изучать и смотреть. Александр Матвеевич, можно вот вопрос? Вы сказали, что инвестор фактически на деревопереработку есть. Какие площадки в районе рассматриваются? Это либо Туртас, либо какая-то новая площадка Туртас. На базе бывшего леспромхоза и все. То есть, может быть, чуть подробнее скажете, допустим, я понял, что миллиардные вложения, сколько рабочих мест создано и... Будет ли задействован, может быть, человеческий потенциал Туртаса как-то? Конечно. То, что Туртас, если эта площадка будет выбрана окончательно, то количество людей, которые будут заняты, это будут в основном жители Туртаса. Что касается того, сколько человек будет, я этого не могу сказать, потому что я не видел этого технико-экономического обоснования. Значит, оно сейчас готовится, в том числе и оно готовится для банков, потому что будет выделена кредитная линия. И вот в разговоре в Тюмени я узнал, что и соответствующие переговоры были проведены с банками, и они не возражают на кредитование. Сейчас нужно просто «да» от инвестора. То есть это совместный проект какого-то крупного, как крупной фирмы и совместный проект банков. То есть банковский капитал будет также участвовать в реализации этого инвестиционного проекта? Конечно. Никто сейчас деньги в таких суммах на счетах не хранит. Не понимаю. Пожалуйста, следующий. Александр Матвеевич, вот в этом году про осадки уже заговорили, дальше телевато и левобережно, правобережно столкнулись проблемы высокого уровня грунтовых вод. И, в принципе, понятно, выпала большая норма осадков, там какие-то кратные, и уровень воды вот подтапливает сейчас подвалы, этажи, цокольные, погребы. Это имущество, оно также портится. Вот будет ли как-то решаться вопрос вот с водоотведением вот этой вот воды дождевой и снеговой по весне? Я считаю, что мы этой работой должны заняться уже осенью, не дожидаясь весны, естественно. Значит, и сейчас идет речь, и осенью будут выполнены работы в районе новостроек на улице Совхозной. Значит, дальше будут выполнены работы в районе улицы Сибирское Раздолье,
А сдольные – это вот будут водопропускные системы там созданы. Значит, и на 5-7 улицах будет произведено аквечивание. К сожалению, вот раз и навсегда этот вопрос решить этой осенью не удастся. Ну а весной, конечно же, будем заниматься спуском вот этих талых вод, как сделали в этом году. Я считаю, что сделали достаточно вовремя и удачно. Если не будь вот какой-то невероятной по осадкам лето, то это бы прошло достаточно спокойно и незаметно. Александр Алексеевич, скажите, пожалуйста, есть ли в планах привлечь на территорию Уральского района еще одного интернет-провайдера? Потому что вот на сегодняшний день очень острая проблема стоит в подаче именно стабильного сигнала. Скорость интернета очень низкая, периодически кратковременно отключается. И правда ли, что в УВАТе уже проложено оптоволокно? Я же тоже живу в УВАТе, да, значит, и являюсь активным интернет-пользователем. И мне совершенно неудобно, когда ночью, ну, скажем так, после 12, когда я пытаюсь там вот, сесть и начать разбирать почту, я работаю обычно, ну, допоздна уже дома, а интернета нет. И это не каждый, не какие-то разовые акции, а его, вот, ну, по крайней мере, последние месяцы, его нет никогда по ночам. Я задал этот вопрос Евгению Александровичу Гусеву, он как-то так, я считаю, что практически на него не ответил. Потом мы подготовили письмо на имя руководителя тюменского филиала Волкова, чтобы он нам эту ситуацию пояснил. Я считаю, что если бы появился конкурент, то это бы несколько взбудоражило и Ростелеком, значит, и это было бы на пользу нам. Жители Левобережья, Влада, несколько вопросов было. Будет ли в этом году приобретаться воздушная подушка для переправы межсезонья? Не в этом году. Деньги выделены, благодаря, опять же, нашей встрече с Владимиром Владимировичем Якушем, который очень подробно интересовался, чего нам не хватало в момент вот ликвидации аварии на железной дороге. Ну и вот нами был составлен список по оборудованию, и он подписал разрешение на его приобретение, в том числе этой катерно-воздушной подушки. Но этапы проведения конкурсов, аукционов таковы, что и очередность подбора партнеров такова, что, скорее всего, это будет к весне следующего года. Весне 16-го года. Но вполне возможно, что это может быть не критичным, потому что вот все, кто живет на той стороне, знают, да, что часто бывает так, что вот в этот день утром еще мы переезжаем на катере, да, зимой, а вечером уже можно будет идти по льду. Потому очень важно, чтобы подушка появилась весной, тогда, когда период ледохода он более продолжительный. Но и постараемся сделать все, чтобы заключить договор с потенциальным производителем вот этого судна на воздушной подушке таким образом, чтобы при доходе у нас появился этот катер. Его мощности определены, техзадание сейчас составляется, 15 человек он будет вмещать в себя, достаточно надежное судно, не тонущее, если даже у него будут выключены двигатели. Александр Матвеевич, на территории Уватского района на биатлонном центре в течение многих лет проводилось большое спортивное событие, праздник, это губернаторская гонка. Вопрос такой, планируете ли привлечение спортивных, культурно-массовых мероприятий всероссийского, международного масштабов на территории Уватского района? Конечно же, да. Если да, то когда? В каком направлении? Вот те соревнования, которые у нас были раньше, они останутся. Это касается гонки на приз главы администрации, она межрегиональная, и сюда она обычно вот по календарю она настолько удачная, что сюда приезжает
ну, практически все биатлонисты. У нас, конечно же, будет Кубок России, конечно же, у нас будет чемпионат России. И в 2017 году у нас будет чемпионат Европы, кубок. Один из этапов Кубка Европы. Потому вот и российские соревнования, и соревнования международного уровня у нас будут. Это вот что касается биатлона. Но у нас проходят соревнования, как вы знаете, да, по маунтинбайку. И, насколько я помню, у нас будет проходить соревнования по летнему биатлону тоже. Это все всероссийские? Да. Поэтому вот, количество мероприятий и загрузка биатлонного стадиона у нас, ну, если практически не уменьшается, по моему впечатлению. А вот сейчас этап подготовки проходил, у нас жили жители, спортсмены из Беларуси, они высоко оценили возможности подготовки. Я думаю, что они здесь будут каждый год. Спасибо. Александр Матвеевич, еще вопрос чисто политический. 13 сентября у нас будут выборы депутатов районной думы и сельских дум. В этом году зарегистрировались несколько кандидатов коммунистической партии, несколько кандидатов от других партий. Как вы считаете, когда в представительные органы баллотируются кандидаты от разных направлений, разных партий, это как-то оживит деятельность власти вообще в целом в районе? Евгений Тимофеевич, оживляет не партия, оживляют люди. Они тоже от партии идут. Но как члены партии, значит, люди могут быть разными. Да? Значит, и те, кто работают на земле, близко с людьми, в сельских поселениях, в районных думах, в большей степени это зависит от личности. И если этот человек хорош, активен, принципиален, то это, конечно же, будет помощью как дому, так и власти. Спасибо. Александр Матвеевич, последний вопрос. Поделитесь просто своими впечатлениями о тех вопросах, которые поступили вам. Вообще, как вам? Насколько они оказались, может быть, полезными где-то или интересными? Неожиданными. Да, может быть, даже неожиданными. Какие-то вопросы неожиданные были для вас? Неожиданных не было. Проблема с дорогами, она есть, она ясная. И она, к сожалению, не быстро. И ее нельзя быстро вот каким-то образом благоустроить, эти наши дороги. Это и дорога на Красный Яр, и дорога на Соленку, и дорога на Демьянку особенно. Значит, потому денег выделяется, к сожалению, на содержание этих дорог немного. Ну, вот, в этом объеме мы будем делать все, чтобы эти дороги были проезжими. Я более подробно выскажусь на интернет-сайте на нашем. Ну, а елеем по сердцу был вопрос, касающийся развития туризма. Он был очень интересным. Там были такие предложения, о которых стоит задуматься. Ну, остается только сказать, что все вопросы, все ответы будут подробно освещены на странице газеты и на интернет-сайте администрации. Поэтому все, кто их задавал, они получат исчерпывающие ответы. Благодарю вас за работу. Спасибо большое.